пожилой не значит старый. Не случайно самые активные жители Ленинского района – это именно те люди, которые достигли золотого возраста. В рамках программы «Долголетие в Подмосковье» они посещают творческие кружки, занимаются спортом, рисованием, музыкой, танцами и принимают участие в интересных мастер-классах. В честь праздника, который состоялся в районном доме культуры, для виновников торжества провели урок по флористике, а Центральная библиотека подготовила небольшой фото-вернисаж занятий клуба «Группа здоровья». День пожилого человека – это прекрасный повод подарить особое внимание бабушкам и дедушкам, поблагодарить их за бесценный опыт и поздравить трогательными стихотворениями, веселыми песнями и танцами. Иногда человек себя чувствует одиноким. Вот как раз, чтобы не было этого, мы должны каждый раз, проводя такие мероприятия, подчеркивать, показывать, что помним, ценим, любим, уважаем, гордимся. Это наша история, наши люди. После творческой программы состоялся праздничный концерт. В адрес виновников торжества прозвучало много теплых слов и поздравлений. Я от всей души хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Я хочу поблагодарить еще раз за вашу активную жизненную позицию. От всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким и хорошего, замечательного, такого активного долголетия. Будем стараться, в общем, соответствовать вашим высоким жизненным стандартам. Поэтому живите долго, берегите себя. В этот день было много вокальных, танцевальных, театральных и поэтических номеров. Но главными артистами праздника были сами виновники торжества. А приятным сюрпризом для них стало музыкальное поздравление от группы «Доктор Ватсон». Очень хорошо, красиво, и все так это вот торжественно, прям, я не знаю, особенно для нас, для пожилых людей, вот. Мы очень рады, что нас так здесь встретили, что нам хлопали так. Впечатление очень такое насыщенное, хорошее, все понравилось, все хорошо. Для нас это возрастом очень шикарно все показали. Спасибо им. А в завершении праздничного мероприятия всем представителям старшего поколения вручили памятные и сладкие подарки. Анастасия Воронина, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.